Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорудин. Весной, особенно в мае, бывают очень часто возвратные заморозки. И вот эти возвратные заморозки очень сильно вредят нашему винограду. Не то, что вредят, а иногда могут полностью уничтожить всю нашу работу. Так как виноградом я занимаюсь уже довольно давно, поэтому были случаи, когда я попадал вот под такие майские заморозки. За все время в мае было, наверное, два раза вот такие заморозки. Первую ночь обычным опрыскивателем и обычным шлангом с распылителем мне удалось спасти почти 80% побегов. А вот во вторую ночь я вовремя не попал на виноградник, ну и мой виноградник вот в тот год погиб полностью. Причем в ту ночь, когда я спас свой виноградник, температура опускалась почти до минус 6 градусов. Это очень низкая температура. И вот после того я установил на своем винограднике вот такие дождеватели. Площадь виноградника у меня не очень большая, где-то 27 метров на 6 метров. И вот на эту площадь я установил вот три таких импульсных дождевателя. Правда, после того, как я их установил, ни разу еще во время заморозков не использовал их. Но тем не менее, на всякий случай я установил дождеватели, мало ли что. И вот в течение получаса, ну практически всю площадь виноградника, вот вся почва уже мокрая. И вот считается, что вот такое плавное намораживание льда на побегах спасает их от заморозков. Конечно, у кого нет электричества на даче, то такой способ не подойдет. Показываю эти дождеватели не для того, чтобы похвастаться, а хочу спросить, применял ли кто-нибудь на практике вот такое дождевание? Какие у вас были результаты и есть ли смысл его применять в будущем? Вот лично я решил, что смысл есть. Потому что вот даже одна единственная ночь при такой низкой температуре в минус 6, и мне удалось спасти, как я уже говорил, почти 80% побегов на своем винограднике. Поэтому, если есть желание, пишите комментарии именно вот по дождеванию во время заморозков. Если у вас был такой опыт, то поделитесь. Многие виноградари, прочитав эти комментарии, будут благодарны. А с вами был Юрий Егорудин. До скорой встречи, до свидания, пока.